Это выборы последние были. Последние. В 24-м году выборов у вас не будет. Уж не будет страны под названием Украина. Вы не учитываете ситуацию на Ближнем Востоке. Там развиваются такие события, что все забудут вообще, что такое Украина. Дело идет о Третьей мировой войне. И Иран это не Вьетнам, и не Северная Корея, и не Косово. Здесь будут самые страшные события. Мы будем вынуждены пропустить беженцев туда, к вам. К вам Европа пропустит, турки по нашей просьбе пропустят. Вот все у вас там соберутся, и вашей стране конец. Мы вынуждены это сделать, что вы игнорируете международное право, забыли, что такое Россия, и, так сказать, нарушаете. Ну, все, что можно, вы уже нарушили. Так сказать, вы просто издеваетесь. Вот смотрите, вы здесь находитесь сколько уже? 5 лет. А наши политологи там находятся, нет, журналисты, спортсмены и артисты, депутаты. Вы никого я не под пускаете. Украинскими санкциями. Вы все запретили. Вы русских заставляете отпечатки пальцев на границе делать. Это фашистская Германия не додумалась, так сказать. Вы закрыли русский язык, радио, телевидение, газеты. Все прекратили. Ну давайте вообще границу закроем.